Футболисты сборной Аргентины в пятый раз в истории завоевали бронзовые награды Кубка Америки, победив в матче за третье место в Сан-Паулу команду Чили со счетом 2-1. Уже к 20-й минуте встречи аргентинцы дважды воспользовались проблемами в обороне соперников, разрезав ее похожими вертикальными передачами по центру. Сначала ворота поразил Серхио Агуэро, а затем Пауло Дибала. Матч был отмечен громким скандалом. Капитан аргентинской сборной Лионель Месси отказался от получения медали в знак протеста против необъективного, по его мнению, судейства. Как в этой встрече, так и на турнире вообще. На 37-й минуте Месси после стычки с Гарри Меделем был удален с поля вместе с чилийцем. Аргентинский лидер обвинил Южноамериканскую конфедерацию футбола в коррупции, заявив, что его партнеры заслуживали большего, но им не позволили сыграть в финале. Во втором тайме чилийцы отыграли один мяч. Пенальти реализовал Артуро Видаль. Но на большее их не хватило.